Смотрите, какой у нас бургер теперь крутой получается, да? Так, потом беконом вот... Ну, добавляйся. Если вы хотите завтра у себя под подушкой найти новый iPhone, мощный компьютер, много денег, ну или же много конфет, то успейте прямо сейчас за одну секунду поставить этому видео лайк, нажать на колокольчик, ну и конечно же подписаться на мой канал. Ну что ж, даем отчет, успевайте раз. Я надеюсь, то, что вы успели. А теперь посмотри прямо сейчас на экран. Последняя цифра твоего лайка, это и есть твой приз. Приятного просмотра. Всем привет, дорогие друзья, у микрофона, как всегда, я, Евген Бой, и прямо сейчас я приехал с работы, да, смотрите, сколько я заработал, друзья, вы просто не представляете. Вот, приехал я вот на такой вот машине, кстати, напишите в комментариях, как вам такая вот машина, да. Ну что ж, давайте осмотрим деревню, да, чё тут вообще произошло. Вот, так, ну что ж, давайте поехали. Так, ой, это чё такое, ребята? Смотрите, что это за здание? Офигеть! Буква М еще наверху почему-то. Офигеть, друзья! Что это реально за здание? Так, ничего себе, так. Нужно, мне кажется, остановиться будет тут где-то. А нет, давайте к дому подъедем. Так, ой, главное тут ничего не сломать. Так. Все, отлично, я подъехал к своему дому. Да, ну что ж, вот, давайте сейчас все сложим. Так, надо сейчас будет жителей спросить, что это за вообще, какое-то кафе у нас открылось, будет сходить туда. Так, 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 жители, вы где? О, вот тут житель какой-то стоит. Житель, привет. О, привет, Евген Бой. Привет, это что за здание? Это Макдональдс. В смысле, реально Макдональдс? А кто это здание вообще сделал? Да, тут один житель есть, вот, он его и построил, пока тебя не было. Офигеть, ну ладно. Так, вот этот вот житель, что ли? Привет, житель. А ты чё, это здание Макдональдс построил? Да, я построил это здание. А, житель, короче, у меня есть отличная идея, давай у тебя это здание куплю. У меня как раз сейчас появились деньги, вот, ну что, ты согласен? О, да, конечно, я согласен. Ну что ж, тебе понадобится 10 стаков. 10 стаков долларов? Ладно, сейчас принесу. Так, друзья, давайте побежали быстренько домой, принесем ему 10 стаков. А, вот, так, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, давайте 11 возьмем. Вот, офигеть. Так, ну что ж, ладно. А, так, давайте это все уберем. Так, ну что ж, житель, давай я у тебя покупаю тогда. Так. Ну что, ложи тогда в сундук все. Хорошо, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Все, я положил 10 стаков долларов. Ну что, пошли тогда, я тебе все покажу. Хорошо, давай, пошли. Пошли, житель. Так, ну что ж, давайте зайдем туда, ребята. Офигеть, вот это вот Макдональдс. Просто, ребята, я в шоке. Смотрите, как тут все выглядит круто. Реально, ну что ж, давай, житель, пошли. Так, офигеть, вот это реально, вот это ресторан, так ресторан. Так, может, ты войдешь сюда? Нет? Так, ну давайте ему откроем двери тут. Вот, офигеть. Так, привет, ну что? Что тут вообще? У тебя есть хоть посетители-то тут? Да, конечно, очень много жителей тут посещают наш ресторан. Реально? О, да тут у тебя бургер можно крафтить, оказывается. Так, ну-ка давайте попробуем, ребятки, покрафтить бургер. Так, берем эту разделочную доску. Дальше берем кусочек тоста. Ой-ой-ой, как-то это странно, друзья, выглядит, вы не замечаете. Так, давайте вообще возьмем ингредиенты, попробуем что-нибудь тут, типа, бургер сделать. Вот, какой-нибудь, друзья. И это реально получится, мне кажется, круто. Так, ну что ж, давайте берем, что, ломтик сыра, наверное. Да? О, смотрите, реально бургер получается, офигеть. Так, давайте вот этот вот бекон тогда возьмем. Во, смотрите, ребятки. Офигенный бургер, наверное, получается. Так, а как теперь его этот достать-то? Что-то я не понимаю. Ладно, давайте тут все сломаем, опять же. Вот, что-то у нас это плохо как-то получается пока что. Ну, это пока что. Так, давайте, во-первых, несколько тостеров вот так вот добавим, да. Вот так вот, смотрите, друзья. Потом возьмем сыр. Сыр, давайте вот так вот. Сыра добавим много. Потом бекона, друзья. Смотрите, какой у нас бургер теперь крутой получается, да?
Так, потом бекона, вот, ну, добавляйся же. Так, бекона, дальше. Что еще можно-то добавить? Ломтик хлеба тут еще вот такой вот есть. А, так я изначально неправильно крафтил. Да, друзья, мне еще всему нужно будет научиться, так что меня не судите, пожалуйста, строго. То есть вот, берем разделочную доску, берем вот такой вот ломтик хлеба, да. Потом берем, давайте, сыр. Вот, смотрите, это реально круто выглядит. Вот, потом берем сыр. Потом давайте возьмем вот такой бекон и вот такой вот. Вот, друзья, вот столько бекона мы возьмем. Вот, смотрите. Смотрите, тут можно реально огромный бургер скрафтить. Так, давайте зелень еще сюда добавим. Я не знаю, так, что-то она сюда не хочет как-то добавляться, да? Ну ладно, давайте уже возьмем хлеб. Вот, смотрите, друзья, я научился крафтить бургеры. Смотрите, вот такой вот у нас бургер получился. Офигеть! О, да, для начала, Евген Бой, тебе неплохо, да, неплохо ты умеешь делать бургеры. Спасибо, житель. Так, давайте еще попробуем какой-нибудь сделать. Так, давайте уже, так, сыр снова. Давайте вот такой вот сыр возьмем. Я не знаю, что это за сыр, но он тут, по-моему, не ставится почему-то. Так, а, масло давайте сначала. Во, маслечко. Потом что мы делаем? Потом мы берем сыр. Сыр, друзья, ну-ка ставься. Что-то не хочет ставиться, ладно. Давайте попробуем бекон тогда, что ли, сделать. Тоже что-то не хочет, друзья, я не знаю. Ну ладно, в общем, мы научились делать бургеры, смотрите, вот такие вот, друзья. Да, вот, это реально действительно круто. Так, спасибо, житель, то, что мы продали, то, что ты мне продал такой ресторан Макдональдс. Да, кстати, давайте его вообще осмотрим сейчас на машине, наверное, да. Так, это все сюда сложим, вот мой первый бургер, я все сделал. Так, ну что, давайте его реально осмотрим еще раз. Смотрите, тут вот такая вот вывеска, да, буковка М, то, что это Макдональдс. Тут тоже, смотрите, тут еще шарики, да. О, я забыл вам о самом главном сказать, то, что тут есть Хэппи Милс, да. Вы знаете, что такое Хэппи Милс? Это вот такие вот игрушечки, да. То есть вот барашек тут, вот такие вот игрушки, то есть посетителям я буду, наверное, выдавать. Только мне еще нужно найти, наверное, будет работников, то есть вот такие вот игрушки, реально прикольно. Прикольно сделано у них тут, вот. Так, ну, к сожалению, больше у нас ничего такого нету. Так, ну что ж, ладно. Давайте тогда сходим вообще осмотрим здание. Вот так вот оно выглядит реально круто. Вот, дальше тут вот так вот выглядит. Смотрите, тут везде шарики такие прикольные. Реально, это просто круто, друзья. Да, это просто не передать словами, то, что тут такие шарики крутые. Вот, так, ой. Тут, да, все красиво сделано. Я не знаю, только сколько они этот Макдональдс строили. Вот, ну, наверное, очень долго, судя по всему. Так, ну что, я вымою, наверное, тут полы пока что, приберусь. Так, чуть-чуть, так, метлой вот этой вот. Так, давайте вот тут вот все. Вот, бекон как раз, смотрите, друзья, нашел бекон. Во, как раз. Так, чук-чук-чук, так, тук-тук-тук, все. Отлично, почти тут все протерли, друзья, вот так вот. Видите, все. Все вот так вот, все вымали тут. Все, отлично. Фух, это реально действительно круто. Надо помыть руки, наверное, будет. Так, все, я вымыл руки. Действительно крутой ресторан. Так, ну что ж, я, наверное, займусь своей работой теперь. Вот. Спасибо реально тебе, житель, то, что ты мне продал этот ресторан крутой. Вот, ну я теперь поработаю на ферме, наверное. Вот. Дальше нам будет, ребята, этот купить надо будет. Что еще? Бургеры научиться делать нам нормально нужно будет, быстро причем, потому что, ну, завтра, наверное, с утра начнутся посетители. Так, ой, житель, уйди, пожалуйста. Вот, завтра, наверное, с утра у нас будут посетители, поэтому нужно все будет приготовить, все сделать. Вот, так, я сейчас заработаю за это деньги, получается, вот так вот. Вот так вот, это еще дополнительный, ребятки, ингредиент для моих бургеров. Кстати, так, давайте сюда картошку мы посадим. Вот так вот, все, да, отлично. Все, отлично, вот так вот. Смотрите, кстати, у меня есть еще необычная вот такая вот кирка, да, которую вот так вот быстро все ломает. Да, давайте все поставим. Это реально действительно. Да, житель, уйди. Пожалуйста, ты мне мешаешь. Так, это реально действительно круто, все прочно тут сделано. Так, ну что ж, я свою грядку уже откопал, поэтому нужно зайти будет в домик.
Вот, и положить все. Я разделочную доску еще не убрал. Да, друзья, я же разделочную доску еще не убрал, реально. Вот, поэтому нам нужно будет ее убрать. Вот, поэтому давайте сейчас мы уберем тут разделочную доску вот сюда вот. Кстати, давайте еще покушаем, наверное. Ой, тут уже вкусно так приготовили. Ой, я стол сломал зачем-то. Так, ладно, давайте вот это нам и вот это вот. Во, все, жители скоро будут приходить и кушать. Ладно, друзья, я сейчас пойду домой. На этом все. Не забывайте подписываться на мой канал, но также ставить лайки. В этом видео сегодня мне житель продал Макдональдс. Всем удачи, ребята, я вас всех люблю. Всем пока.